О, да! Как же там у них атмосферненько и круто на концерте. О. Всем коничива! С вами Алекс МХПТЛ. Сегодня мы продолжаем опускаться в лисью нору и смотреть, насколько же она глубока. Сегодня у нас клип от Baby Metal, который называется «Майя». Но это, конечно, не совсем клип, это запись живого выступления. Но вы чё, это же тоже классно. Все, кто не видел предыдущие видеореакции на Baby Metal, переходите, будет всплывающая подсказочка. Были мега классные треки, мне вообще очень понравилось, особенно последние. Это было что-то невероятное. Итак, давайте немножко пробежимся по цифрам. 3 недели назад вышел этот клип. На момент съемки данной видеореакции более 300 тысяч просмотров. Это очень хороший результат. Ну что, мы готовы смотреть, да? Перематываю на начало, звук на максимум, качество HD. Baby Metal, Майя. Поехали! Что-то не нажимается. А так? Не работает. А нет, работает. Угу. Ух! Прям с самого начала. Качает. Но звук слышно, что живого выступления. Но в принципе можно все разобрать. То есть тут нареканий никаких нет. Так она по-английски поет? Моя! Моя! Блин, очень крутой риф. Мне нравится вообще. Очень бодро. Сейчас пойдет разнос. Это же не просто так затишье. О, мы возрастились к нашему качу. Кач, кач. Как же там у них атмосферненько и круто на концерте. О, да! Какие же у них классные музыканты! Про вокалисток не говорю лишь потому, что я всегда и, наверное, все про них говорят. То, что они мега крутые, классные, харизматичные, с великолепнейшими голосами. А вот про музыкантов многие забывают. Но они делают не меньше. Это великолепно. Фух. Шикарно. Фух, прям вообще завораживает. Еще эти живые аплодисменты прям невероятно. В общем, перемотал на начало, запустил без звука, чтобы на фоне что-то двигалось, пока я буду говорить. В принципе, Baby Metal, как всегда, крутые. Невероятное шоу, классный риф, классный припев. Они могут что-то сделать не такое крутое? У них вообще получится? Мне кажется, даже если они захотят, у них не выйдет. Видно, как они стараются, как все движения выверены. Без этого элемента шоу это был бы уже не Baby Metal. Ой, я не знаю, я прям насладился на самом деле. Мне вообще дико приятно.
то, что я услышал, то, что я увидел. Конечно, хотелось бы мне почаще делать видеореакции на baby metal, но хорошего, как говорится, по чуть-чуть. Я хочу вот это вот наслаждение, которое я получаю каждый раз после просмотра их клипа или видео, получать дозированно. Я не хочу за раз это все посмотреть и потом сидеть с унылым лицом. В общем, я надеюсь, что вам тоже понравилось. Спасибо вам огромное, Baby Metal, за то, что вы делаете. Ссылка на них будет в описании. Переходите, смотрите, наслаждайтесь, отправляйте им в комментарии лисичек. Спасибо вам огромное за то, что смотрели этот невероятный лайв вместе со мной. Я надеюсь, что вы просто утонули в этой атмосферности. В хорошем смысле утонули, конечно же. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И увидимся с вами уже в следующей видеореакции. Всем пока!